Помните оскароносный советский фильм «Москва слезам не верит»? Тогда образ женщины-руководителя на экране заставил многих пересмотреть выражение «слабый пол». Сегодня дама в кресле начальника – не редкость. Однако управление агробизнесом чаще все же ассоциируется с мужчинами. Здесь нужно и с техникой разбираться, и в документах не запутаться, да и коллектив чаще всего состоит из мужчин. Но есть в этом правиле и исключение. Именно исключительно является сильная женщина с большим сердцем – Марина Барлакова. Марина Рамазановна является руководителем сельхозартели «Кубань» и активно развивает сельское хозяйство. Она хорошо знакома со всеми особенностями работы агропромышленного комплекса в регионе, так как много лет работала в колхозе под руководством своего отца, Рамазана Айбазова, человека, сделавшего и для села, и для республики столько добрых дел, что его еще долго будут с благодарностью вспоминать земляки. За судьбу артели и села «Дружба» наша героиня болеет всей душой, ведь она человек местный. Марина с медалью закончила школу, потом с красным дипломом Карачаево-Черкесский технологический институт. Занимаясь, как можно сказать, мужским делом, эта хрупкая женщина с успехом совмещает работу, семейную жизнь и занимается благотворительностью. А как она это все делает, мы узнали в личном разговоре. Марина Рамазановна, мне очень приятно видеть вас в кресле в нашей студии. Спасибо, что все-таки нашли время в своем плотном графике. Но все мы с вами знакомы, все мы вас любим. Теперь мы хотим поподробнее узнать о вашей семье, о ваших родителях и о вашем отце. Здравствуйте, Алика. Спасибо большое, что пригласили на вашу передачу. У нас семья большая. Я родилась в семье, где 3 девочки и 1 мальчик. Вот. Отец у нас, скажем так, с юных лет работал в том хозяйстве, которое я сейчас возглавляю. Он проработал 55 лет, из них 25 лет он был руководителем этого хозяйства. Да, мы знаем не понаслышке, что это за труд и каково быть не только руководителем этого хозяйства, да, а работать там. Вот. Мы отца, скажем так, видели очень-очень редко, скажу вам честно. Но поскольку я была папиной дочкой, я без него просто не мыслила своей жизни. И я все-таки старалась дождаться его с работы. Ну, это было довольно позднее время, 2 часа ночи, 3, иногда 3 часа ночи. Но я, как стойкий военный солдатик, я дежурила, ждала его. И как только я видела фары возле нашего дома, которые загорались, и я сразу сбегала вниз, открывала ему ворота, встречала его, в общем, кормила. И только после этого я шла спать. Вот. Работа действительно у него была очень трудная, но я когда... Непосредственно, когда видишь человека, и, ну, и родные, и близкие постоянно же ему говорили: «Рамазан, это очень тяжелая работа, может, возьмешь отдых, как-то вот не будешь себя переутруждать,
позволишь себе где-то отдохнуть. Я видела в нем, знаете, вот такой огонек в глазах. Это работа, это был смысл его жизни. И когда человек работает там, где ему нравится, ему отдых, по сути, не нужен. И некоторые говорили, он сгорел на работе. Вот сегодня я про себя могу вам сказать. Мне тоже говорят, Марина, отдохни там. Не обязательно там утруждать себя. Можно. Я вам скажу честно, у меня не возникает потребности отдыха. Мне нравится эта работа настолько, вот сейчас я понимаю, насколько нравилась она ему. И именно там я отдыхаю, я морально отдыхаю. Да, она тяжелая, очень много проблем. Сейчас вы сами знаете прекрасные ситуации разные, да, у нас в стране. Но на самом деле, когда ты понимаешь, что ты занимаешься полезным делом, что это дело приносит пользу не только как бы твоему коллективу, да, и вот это тебя вдохновляет, и на самом деле этот отдых и не требуется, который вот в таком смысле многие воспринимают, что нужно отдыхать от работы. Вот для моего отца отдыхом и отдушиной была сама работа. Вот, надо отдать должное моей маме, которая долгие годы была его верной спутницей и соратницей, скажем так. Она поддерживала его во всех начинаниях. И воспитание в нашей семье было выстроено таким образом, что его авторитет отца, да, он был как бы неприкасаем. И помогал он ей по дому, не помогал он ей по дому. Это было как бы неважно. Сам факт того, что вот он занимается этим делом, и она понимала, что это очень тяжелая работа, и она старалась, даже чтобы у нас не возникало вопроса, а почему папа допоздна работает, почему папа не принимает участие в нашем воспитании. И в какой-то момент мы понимали, что эти вопросы, они отпадают сами по себе, потому что так надо, так должно быть. В какой-то момент я у мамы поинтересовалась, я говорю, мам, тебе же было трудно, мы маленькие, нас четверо, мало-мало-меньше, как ты вот справлялась? Казалось бы, вот все-таки нужна поддержка и в хозяйстве мужская, и мы сами работали по дому, и всю эту работу мы выполняли, мама и мы, дети. Отцовской помощи не было как таковой, да, его присутствия. И она сказала, да, был такой момент, я, говорит, отчаялась, сижу, и заходит, говорит, мой отец, ее отец, дедушка наш. Он спросил, о чем ты, доченька, печалишься? Ну, она рассказала, что тяжело ей, все-таки супруг все время на работе, дети маленькие, хозяйство большое. Вот, говорит, не успеваю. И тогда наш дедушка сказал, если ты хочешь, чтобы твой супруг достиг каких-то высот, ты должна сама это все делать. Мужчина, который будет отвлекаться и на работу, и на домашние хлопоты, он не достигнет того, чего он может, какой потенциал. И все-таки папу разглядел дедушка нас, скажем так. Вот изначально, когда он его, говорят, увидел, еще до того, как родители поженились, он сказал, что с этого молодого человека будет толк. Это на каком-то партсобрании было. Вот, и он своей дочери сказал, ты сама должна справляться со всеми трудностями, это твоя судьба. И вот в этот момент мама говорит, я поняла, что да, действительно, я не буду его трогать и как-то напрягать какими-то там, да, вот проблемами. И она взяла на себя все эти заботы о семье, о хозяйстве, вот, и тянула этот очень тяжелый груз одна. Но сегодня я понимаю, что если бы она этого не сделала, на самом деле, наверное, отец не смог бы раскрыться настолько, насколько он смог себе позволить это сделать. Тем более тогда это хозяйство, оно было гораздо крупнее. Это сегодня, после раздела этого хозяйства, стало их три. Это Абазинская была, колхоз Абазинский, Карапага и колхоз Кубань. А в то время эти все хозяйства были вместе, и вы сами можете понимать, что это требовало больше времени и сил, чтобы, ну, как вам сказать, уделять внимание этому всему. Вот. Поэтому вот мы выросли вот так, скажем так, в такой семье, где отца как бы не было присутствия, но мы
четко понимали и ощущали благодаря маме его вот эту хозяйскую, как вам сказать, руку или как вот его присутствие, и всегда с трепетом и с уважением относились, и вообще для нас он был вот чем-то таким, я не знаю, вот примером, каким-то образцом. Вот. Я за это маме, матери очень благодарна, что она нас воспитала в таком духе, в уважительном, да, в какой-то мере и почитание какое-то вот было отца. И все-таки каждая девочка, воспитываясь в таком духе, все-таки она перекладывает вот это, скажем так, на этот образ, на свою семью в дальнейшем, когда она уже создает свою семью. Как говорится, вам ответственность досталась наследство. Когда вы возглавили новое свое дело, каково было? В самом начале было сложно? Конечно, я когда поняла, что меня избрали руководителем в этом хозяйстве, такие смежные чувства были, вы знаете, сначала была паника, потом, значит, когда я уже с мыслями собралась, вот это чувство ответственности перед не только коллективом, да, но и перед именем своего отца, с которым я, как понимала, будут меня сравнивать. И быть на уровне с ним, это, ну, скажем так, мягко говоря, глупо, потому что он работал в этом хозяйстве с самых юных лет и начинал с бригадира. И прошел все эти ступени, да, сам. Поэтому и вообще он очень многогранный был человек, депутат всех уровней, и его опыт, вот это все он прошел очень сложно, выжил это хозяйство, и он сам, скажем так, становился в очень сложное время, да, угу. которое было в нашей стране. Вот. И поэтому с ним соревноваться как бы даже и в мыслях не было, но хотелось хотя бы просто даже ближе в глазах всех, угу. вот, окружения, не спасовать, и чтобы люди не сказали, да, вот надо же как бы не оправдала надежды, все-таки меня избрали не потому, что я Марина, а потому, что я Марина Рамазановна. И ко мне подходили именно вот с таким посылом: ты дочь своего отца, мы на тебя надеемся. Хотя я вам скажу честно, у меня не было в планах этого, потому что все-таки я выросла в такой семье, где отец, он считал, что женщина должна сидеть дома. Моя мама, она очень хорошо училась в свое время, да, она работала и показывала хороший результат на работе. Где она работала? Она работала в торговле. Вот. И когда она вышла замуж, отец сказал, что, скажем так, удел женщины – это все-таки воспитывать детей, семью. И рассказал ей, что у него работа сложная, поэтому женщина, которая должна быть с ним рядом, она не может отрываться и на работу, там, и на семью. Для него семья – это было в приоритете. Для него семья – это было все. Хотя он уделял нам, скажем так, немного, да, вот времени. Но он очень не любил, когда у нас в селе кто-то разводился. Он очень не любил, когда среди родственников были такие моменты. Он это очень сильно переживал. И на самом деле, вот, видимо, это или передалось, или как-то это по наследству передается. Я сама не люблю, когда семьи распадаются, да. Поэтому для него семья была в приоритете, и мама ни дня не работала. Хотя у нее такой потенциал был, она была очень общительная, очень такая, знаете, в перспективе она могла достичь своего какого-то карьерного роста, да, вот. Но она, понимая, что действительно рядом с этим мужчиной работать не придется, она с этим смирилась, и, насколько мне известно, она об этом не жалела. Я росла в такой семье, и это же все-таки передается, как бы вот этот уклад. И я считала, что я, у меня и высшее образование, я и кандидат экономических наук, но я себя готовила к тому, что я буду сидеть дома, у меня четверо сыновей. Муж у меня единственный сын в семье, и я считала, что а что тут такого, я буду сидеть, никак, о какой-то карьере как бы и речи не могло быть. Но вы не поверите, мой муж первый, кто сказал, ты должна как бы это сделать, раз к тебе обратились с этим вопросом, все-таки, говорит, это дело твоего отца, как ты можешь так пренебрежительно отнестись? Я говорю, дело не в этом, что я пренебрежительно отношусь. Дело в том, что это очень большая ответственность и мужская работа. Женщина, она должна отвечать за семейный очаг. Ну,
На самом деле меня убедил мой муж. Он меня уговорил, я говорила, как ты можешь, ты же все-таки супруг, и ты должен говорить, что женщина должна заниматься семьей, хозяйством и детьми. Но он сказал, ну, в жизни бывает разное, но то, что именно на тот момент вот этот вопрос возник, он говорит, это, говорит, исключение из правил, ну, мы тебе поможем, помогут и родные, и близкие, и друзья, и коллеги, ты должна как бы это сделать. Я понимала, что вот да-да, надо это сделать, но никто же из них не понимал до конца, какая это ответственность. Тем более, когда моего отца спрашивали, видите ли кого-то вы из своих детей на своем месте, он говорил, а при чем тут это? Это не мое место, как бы купленное, да, там по наследству, чтобы передавать. Нет, говорит, это очень сложная работа, и никого из своих детей я не желаю видеть на этом месте. Действительно, это очень сложная работа. Работать с людьми очень тяжело, да, вы понимаете, когда это касается, тем более, в селе. Вот, и мой отец, он не хотел нам этой участи на самом деле, потому что он очень через многое прошел. Много было непонимания, много было всякого. Но сегодня, после его смерти, многие ему очень за это благодарны. Конечно, признание хочется при жизни, да, чтобы люди это признали, свои какие-то ошибки, что-то. Но с моим отцом случилось так, что после его смерти люди как-то адекватно оценили, из-за чего он хотел сохранить это хозяйство, почему он себя так вел. И поэтому ко мне обратились. Вот. Да, сегодня быть женщиной и возглавлять такое хозяйство после такого человека, как мой отец, очень тяжело и морально, ну и вообще со всех сторон. Ну, вы знаете, с помощью родных, близких, коллег, это безусловно, как-то получается пока это делать. Посмотрим, не знаю, но я не ожидала от себя, что мне это будет так нравиться, что я буду получать такое удовлетворение от той работы, которую я делаю. Вот. Но я полностью согласна с теми людьми, которые уговаривали вас стать на это место, потому что никто другой бы с такой любовью и с таким стремлением достигать, продолжать достигать успеха к этому делу не подошел бы так. Если бы он не видел, вы же изнутри знали, да, все это дело. Вы, да, видели, сколько сил отдает ваш отец, поэтому вы продолжаете ровно точно так же. Да, это вам точно. Вам нельзя опускать руки, вам надо только к лучшему стремиться и, да, идти. Да, это точно. Вы знаете, бывали дни, когда вот надо было какую-то работу там сделать в хозяйстве, да, непосредственно даже на поле. И когда в то время еще свеклу обрабатывали вручную, и он всегда приходил и говорил маме, вы первые в списке, потому что вы семья руководителя, и вы должны подавать хороший пример. Мы выросли на самом деле на поле. Всю свою сознательную жизнь я помню, что на море мы никогда не были, в Архызе, в Донбайе никогда не отдыхали. Мы были всегда на поле, мы поддерживали отца. Но это тоже благодаря маме, которая всегда говорила, да, конечно. И вот он постоянно какие-то вот такие моменты, где семья должна его поддержать, мы были в первых рядах. Вот. И я видела, как он переживал, как он... И мы, и это переживание передавалось на нас. Вот если, например, нужен дождь, и он там сетовал на то, что вот дождя нет, и мы всей семьей, это хоть бы пошел дождь. И вот мы жили, мы не жили отдельно, каждый своей какой-то жизнью. Мы жили жизнью отца. Мы видели его чаяния, его переживания. Мы видели, что мама это делает, переживает. И в свою очередь мы также все дружно, хором, мы другой жизни не видели, не знали. И то, что он прожил эту жизнь именно вот в этом хозяйстве до последнего, и как он душой болел из-за свое село, да, из-за это хозяйство, действительно это передается, это, видимо, остается в памяти. И, конечно, потом видеть развал этого хозяйства, чего боялся мой отец больше всего, конечно, вот этот страх, он существует, как-то вот, знаете, подвести его в этом. Он, когда я его спрашивала, папа, зачем ты так бьешься со всеми, в конце-то концов, ну, пускай каждый возьмет свою землю, будет сам обрабатывать, он на меня смотрел. Ну, я сейчас понимаю, что по молодости, по глупости, не вникая, он смотрел и говорил,
этого делать нельзя. У нас в нашей республике делить землю на такие маленькие участки, говорит, категорически нельзя. Не каждый справится с землей, чтобы работать на земле. Говорит, это нужен и талант, и желание, и возможности. Uh-huh. И он говорит, не у всех это получится. И потом взять готовое хозяйство, развалить, а потом как бы его собирать по кусочкам не получится. Я спрашивала, а смысл, вот какой смысл этого хозяйства, что оно тебе uh-huh. дает? Он говорил, это дает рабочие места, люди заняты. И он всегда в приоритете, у него были люди. Я почему-то думала, наверное, он просто так говорит. А когда сама возглавила, вот вы не поверите. У меня постоянно какие-то идеи. Я иногда говорю, девочки, если опять какая-то идея возникнет, ну, пожалуйста, меня осадите там, что-то мне скажите. Но каждый раз возникает что-то новое, и это связано с людьми. Вот сейчас очень сложная ситуация, да? Многие, допустим, сокращают свой штат. Uh-huh. А я не представляю, это работники нашего, жители нашего села, да? Мы с ними встречаемся каждый день друг с другом. Взять и вот так оставить людей без работы. Я говорю, ну будем изыскивать всякие возможности, чтобы стараться, чтобы этого не сделать. И я сейчас, вот эти последние 2-3 года, я занимаюсь тем, что всеми прикладываю все усилия для того, чтобы не увольнять наших односельчан. Наоборот, стараюсь привлечь инвесторов, новые знакомства завожу, чтобы расширить наше хозяйство. Потенциал у нас есть для того, чтобы создать новые рабочие места, для того, чтобы именно наши односельчане не где-то искали работу на стороне, а у себя в селе могли прийти и работать, и получать за это заработную плату. Вот. И в приоритете оказывается, что вот именно человек, как отец говорил, вот он переживал, да, там, что люди останутся без работы. Казалось бы, он везде востребованный был бы, да, он бы нашел себе, но она себе не думал. И сегодня я, когда это все перевожу на себя, я понимаю, я тоже, у меня есть работы и в академии, и в Союзе женщин, но в приоритете для меня, если я имею такую возможность, стараться сделать все возможное, чтобы не потерять это, чтобы люди как можно дольше могли работать и были обеспечены этой работой. В приоритете получается вот именно человеческий фактор, а не там получение прибыли, там еще какие-то там, да, материальные ценности. И я теперь отца очень хорошо понимаю, и я представляю, как ему было тяжело в эти далекие 90-е, когда надо было сокращать людей, сокращать это производство, и каких усилий это ему стоило сохранять, и качество, и количество. И вот сейчас это все как бы на меня, знаете, наложилось, и я вам скажу, это очень непросто. Это на самом деле очень сложный, тяжелый труд, но я уверена, что вы справитесь, потому что вы дочь своего отца. Да, вот хотелось бы в это верить. Спасибо. И вы мама четверых парней. Ну да. Расскажите о них. Вы также пытаетесь их привлечь к своему делу или же? Конечно, принудительно, добровольно. И вы знаете, сейчас я раньше думала, как? Вот как ты воспитаешь своего ребенка, и он будет, в какой семье он воспитан, он будет в дальнейшем так себя и вести, и такие приоритеты. Но на сегодняшний день я замечаю, что социум оказывает влияние очень сильно. Вот, в какой-то момент один из моих сыновей даже стеснялся в анкете написать, что у него мама работает, там даже не стоял вопрос руководитель, что она в колхозе, и когда позвонили, спросили, вот у нас здесь прочерк, кем мама работает, и он сказал, как бы я написал в колхозе, колхозница, там вот были такие моменты. Я говорю, ну, вы стесняетесь этого, да? Ну, хорошо. Я такую тактику выбрала, что у них много друзей, и они все с нашего села, молодежь, очень хорошие молодые люди, не испорченные. Я решила, почему бы нет, почему их не привлекать на полевых работах, на каких-то таких не совсем ответственных работах, потому что это все-таки сельхозпроизводство, и там требуется тщательная подготовка. Mm-hmm. Это все-таки школьники, сейчас уже студенты. И там, где возможно было привлекать их, я всячески, они настолько сильно уставали. И я всегда говорила, мужчина должен пахнуть
все-таки вот бензином, соляркой, еще чем-то. Мама, ты что там? Что за эти у тебя взгляды? Я старалась, вот, чтобы они изнутри узнали, как это тяжело, чтобы они ценили людей, которые занимаются на земле, чтобы они уважали их труд и не относились, тракторист, там, комбайнер, там, скотник, чтобы они знали, что это люди очень достойных профессий, которые кормят наше население, и что это очень благородный труд. Они у меня работали на ферме, они у меня все лето работали на поле, косили, на складе центральном, знаете, зерно помогали таскать. Я их использовала всячески, физически. Ну, да, я их одевала, кормила. Они у меня как солдаты все мне говорили: «Марина, наверное, если сверху смотрят, думают, это новая какая-то военная база». Я спецодежду купила своим работникам, и в том числе этой молодежи. Им очень нравилось проводить лето у нас. Ну, естественно, я платила им за их труд. Вот, потом, как вам сказать, и отдых был. Я своих работников стараюсь вот с первого года своей работы отправлять на Черноморское побережье отдохнуть. И я их вместе с ними отправляла за их же деньги заработанные. Да, вот, чтобы они были под контролем, все-таки там много старших. Вот им очень важно, и я сейчас постоянно говорю, что я надеюсь на вас, молодежь, потому что у меня работники пенсионного возраста, сейчас техника будет совершенствоваться, и быть трактористом-комбайнером сегодня это престижно, а не стыдно. И я каждый день это внушаю им, и буквально вот на днях он, старший мне сын, говорит: «Ну что там, Рамин, как дела? Ты знаешь, мама вот прям с утра встала, такое желание пойти в колхоз, прям стать комбайнером, он меня дразнит». Я говорю: «Рамин, это шутки шутками, но это на самом деле очень достойная работа. Она достойно оплачивается. Поэтому молодежь, которая слоняется непонятно где, каждый второй у нас юрист-экономист. Ну, у нас же сейчас нет колхозов в том масштабе, в котором бы специалистов могли выпускать, да. Вот сейчас как бы это возрождается. У нас сейчас есть сельхозакадемия, куда мы обращаемся за специалистами. Но я бы хотела видеть молодежь именно нашего села. Я бы хотела видеть именно своих детей. Не то, чтобы по наследству, да, там, руководителям, нет. Именно в тех работах, которые у нас непосредственно существуют в хозяйстве, чтобы они видели, знали и чувствовали, что это такое. Вот поэтому я их вынуждаю это делать. Но теперь они явно не будут оставлять в графе прочерк, а будут большими буквами писать, где работает мама, и с большой гордостью. Надеюсь. Как отреагировали ваши сестрички и ваш брат, когда вы возглавили отцовское дело? Ну, можно говорить отцовское дело, потому что на самом деле так и есть. Сочувствовали. Очень сочувствовали. Ну, брата я взяла себе помощником, потому что все-таки женщине одной, мужчин у нас в коллективе много, все-таки у нас как-то не принято, чтобы ты там среди мужчин одна слонялась, скажем так. И так проще, легче. Вот, он помогает в хозяйстве, тоже как бы ему это тоже, как вам сказать, не чуждо дело отцовское, да, но я не знаю, насколько у него рвение, как у меня такое, да, у меня, мне кажется, больше, я папина дочка, больше у меня вот это как-то, на мне это именно отразилось, вот, к счастью или к сожалению, не знаю, но вот... Все-таки женщине гораздо сложнее с нашим менталитетом. Я с этим столкнулась несколько раз. Сейчас как-то уже в коллективе свыклись с этой мыслью, потому что я к ним отношусь не как руководитель, там, крепостная и крестьяне, да, там. Я отношусь к ним как к членам своей семьи. И это не просто там на публику как-то, а на самом деле, я понимаю, надо в коллективе себя... вести именно так, заботиться о них, тем более женщина, ей не пристало в приказном тоне с мужчинами резко разговаривать, как бы, ну, я не выросла в такой семье, во всяком случае, вот, и мне это, ну, не близко, поэтому я стараюсь, я очень стараюсь, бывает иногда, когда вот надо где-то как-то, да, там,
показать себя как руководитель, но я в основном общаюсь с ними как со своими братьями, со своими, там, я не знаю, родственниками. Вот именно в таком духе у нас работа происходит. И стараюсь как бы учитывать проблемы каждого из них. А то, как каждый из них воспринимает, это уже индивидуально каждый человек сам как-то вот может это сказать. А я ко всем одинаково стараюсь относиться и стараюсь вот с такой, можно сказать, как-то материнской, да, заботой, я не знаю, как это объяснить, вот так. И вроде как бы неплохо у нас получается, коллектив у нас большие молодцы. Техника у нас, я не скажу, что новая, старая, приходится много ремонтировать, много приходится совсем такое не теплое время года, да, там этим заниматься. Но они это понимают, они это чувствуют, и вот уже третий год мы показываем неплохие результаты, и я им за это очень благодарна. Вы сказали о технике, и тут я вспомнила, что, не знаю, с чем это связано, но вы лучше любого мужчины разбираетесь в технике, которая на вашей территории присутствует. Ну, знаете, я, конечно, не могу разбираться на том уровне, на котором мужчины разбираются, там, тем более у нас есть инженер в нашем хозяйстве, который ведает всей этой техникой. Но, во всяком случае, любопытство у меня такое здоровое. И вот в этом году совершенно вот, на днях мы привезли новый культиватор, опрыскиватель, сеялку. Мы стараемся, я стараюсь учитывать все замечания и такие моменты нашего инженера, механиков, механизаторов и улучшить их условия труда, и вот стараюсь по мере возможности по чуть-чуть обновлять технику, потому что производительность зависит именно, и качество зависит именно от техники, насколько она в таком состоянии рабочем. Вот. Но мне это очень интересно. Если бы я была, наверное, мужчина, я бы уже на каждой из них перепробовала бы, а сейчас меня иногда не допускает Марина Рамазановна, ну только этого не хватало. Я говорю, Ляс Хазарович, все-таки я, наверное, это сделаю. Ну подождите, давайте не будем торопиться. Вот у меня есть такое желание, мне это все очень нравится. Объяснить я вам не могу это, с чем связано, ну вот такой интерес у меня и в технике, и в агрономии, да, и в самом вот этом процессе. И именно эта работа, которая связана с сельским хозяйством, настолько она воодушевляет. Мне на днях спрашивали, а вам не хотелось там в салоне работать? Я говорю, никогда об этом не задумывалась, и такого желания не возникало. Мне, знаете, больше нравится именно мужская вот эта работа. Как-то, я не знаю. Видимо, поэтому вас Бог наградил сыновьями. Наверное, скорее всего. Главные черты человека? Главные черты человека – это порядочность. Порядочность. Если человек порядочный, он будет честным, он будет ответственным, он будет человечным. Нет смысла, знаете, человеку быть умным, богатым, если ты непорядочный. Вот я не вижу никакого смысла. Именно вот порядочный человек, он, в моем понимании, это и доброта, это и великодушие. Это, ну вот все-все собрано вот в этом слове «порядочность». И, естественно, быть полезным. Если ты, вы знаете, есть вот такая поэтесса, я ее очень люблю. Ее зовут Фазу Алиева, она жила в Дагестане. И ее вот одно стихотворение долгое время висело у меня в шкафу, пока я его не выучила. Ну, оно называлось «Наказ матери-дочери», и оно мне в жизни очень много помогало, и в семейной жизни. И там есть вот такие строчки, которые связаны именно с тем, что вот я хочу вам сказать. Там есть такие строчки: «Трудись пчелой и не считай труды неблагоразумным грузом за плечами, как мельница безмолвна без воды, так без руки хозяйской дом печален. Оставить в жизни могут добрый след не те, кто время даром убивает. Ты знаешь, что людей бессмертных нет, а вот дела бессмертными бывают». И вот эти строчки у меня всегда в голове, и я считаю, что вот нельзя считать, что надо оно мне делать, люди оценят это, не оценят.
Дело не в этом. Ты должен быть полезным человеком. Нужно это людям, не нужно, оценивают они в какой-то момент. Нет, это твоя миссия. Вот ты человек, и ты должен быть полезным. И неважно, руководитель ты, или супруга, или сестра, там, или просто, я не знаю, работаешь на каких-то других, да, должностях. Ты должен быть полезным человеком. Иначе, вот я так понимаю, смысла нет в этой жизни. Ну, для чего жить, если ты бесполезен? Есть ли что-то такое, чтобы вы никогда не простили своему близкому человеку? Пусть даже не близкому, просто знакомому. Нет. Сейчас объясню, почему. Я верующий человек. У меня мама из такой очень верующей религиозной семьи. Она нас давно научила молиться, все. И я, конечно, не сразу к этому пришла. Но сегодня я скажу вам, что я вот абсолютно счастливый человек, несмотря на то, что у меня очень много проблем, как и у всех других, да, и семейных, и на работе, и вообще, и со здоровьем. Но я абсолютно счастливый человек, потому что я нашла вот именно себя в вере, да. И я считаю, что все, что с нами происходит, я пришла к этому, что оно для чего-то с нами происходит. И не, вопрос не стоит там, почему, да, со мной это произошло, а для чего. И я сегодня понимаю, для чего со мной какие-то моменты в жизни происходили. И если ты верующий человек, ты обязан прощать людей. Обязан. Если, ну, кто ты такая, да, если Всевышний прощает нас, там есть такие слова, если даже у вас грехов будет, как пена морская, да, кто ты такой, не прощать, тем более своего близкого человека. Ну, каждый имеет право ошибиться, каждый может, потому что мы все живые люди. Я тоже абсолютно не святая, я тоже много ошибок в жизни совершала каких-то, да, за это как-то вот переживала. Сегодня я понимаю, если мы не будем прощать друг друга, то у нас и озлобимся, и жизнь никакой не будет. Со мной столько всего происходило, и когда многие мои друзья, знакомые, которые знали эти ситуации, спрашивали, ты, наверное, или очень хитрая, или у тебя, наверное, как-то, или не хватает, да, в голове там определенное количество серого вещества, если ты прощаешь это, если ты вот с этим миришься. Человеку невозможно это объяснить, если человек, ну, не готов это понять. И я на сегодняшний день, когда вот оканчиваю молиться, я всегда прошу, о Всевышний, как бы прости, ну как, не в таком масштабе врагов-то у меня нет, но есть люди, которые доставляют мне проблемы в этой жизни, да. Прости их, пожалуйста, и направь на прямой путь, чтобы они уже при жизни могли понять, что они делают очень неправильные, порой даже вот просто даже невообразимые вещи. Иногда бывает, знаете, я тоже живой человек, такая ярость, у меня там гнев, думаю, Господи, как-то... Да что ты за человек в конце до концов? Я могу там посетовать, повозмущаться, у меня тоже вот какие-то бывают такие моменты. Но когда я уже молюсь, я не могу желать этому человеку чего-то плохого. Я вам скажу, когда я пришла к этому, что вот я не держу в себе ни зла, там, никакой негативной эмоции, я абсолютно счастливый человек. Я живу очень легко, мне просто, ну, все для чего-то дается, что эта жизнь надо, ее достойно проходить. Я матери очень благодарна за то, что она научила нас, ну, всех своих детей, скажем так, да, этому, привила эту любовь к Всевышнему. И вы знаете, если люди будут жить так, относиться друг к другу, жизнь станет намного лучше, намного добрее, скажем так. Поэтому мы должны всех прощать, и нельзя здесь сказать, чего бы мы не простили, я не знаю. Я много чего повидала, я вот скажу честно, я прощаю. Я надеюсь, сейчас многие нас же видят, сделают для себя заметочку, и это тоже станет их чертой, что надо прощать друг друга, нельзя держать зла. Да. Вы прекрасный, светлый человек, одно удовольствие с вами вести беседу. Но, к сожалению, наше время нас ограничивает, и нам приходится говорить друг другу до новой встречи и нашим телезрителям. Но все же мы вас не отпускаем с пустыми руками. У нашей программы есть замечательная традиция. Мы дарим нашим очаровательным героиням фотосессию на память. Спасибо большое.